Друзья, всем привет! Доброе утро, кто еще не проснулся. Время у нас вон 11. Бананчики тут продаются. Время у нас 11 часов. Воскресенье. Сегодня у нас 26 декабря 2021 год. Солнце у нас светит. Я иду по Бадалоне. Нравятся мне эти пальмы. Сотрудник метро вот идет. Какая у них форма? Серые штанишки и красный свитерок. Это китайцы. Китайцы работают сутками. Молодцы, ребята. Зарабатывают деньги, ездят на хороших машинах, покупают квартиры. Солнце так светит, я не знаю, сколько у нас градусов. Думаю, что градусов 18, не смотрел. Градусов 18, наверное, а то и больше. Вообще не чувствуется зимы, декабря. Хотя бывают дни, что прохладно было. В этом месяце было прохладно. Чувствовалась прохлада, лотерейка. Вчера мой друг говорил, что купил лотерею на видат на 700 евро и ничего вообще не выиграл. Даже и 100 евро. Вот мусор валяется. Все валяется вокруг. Грязь. Людей, как видите, на улице нету, потому что после праздничные дни и почти никого нету. Повторю, что я нахожусь в Бадалоне. Район Артигуа-Сан-Андреа. Пусто. Людей вообще нет. Дедушка вон идет. Все закрыто. Ну и грязно. Тут постоянно грязно. Такие райончики непростые. Мне нравится. Мне нравится тут ходить в таких районах, потому что все говорят, какая Испания чистая, как все чисто тут. Сюда ночью, в этот район ночью. Очень страшно даже. Тут в этом районе очень, ну, ночью очень страшно даже ходить, потому что тут 80% цыган. Как они говорят, хитанаш. Ну, я тут местный, потому что у меня тут живут друзья. Я часто сюда пивко, видите, лежит, валяется. Такой. Я часто сюда прихожу и бываю тут. Поэтому для меня это вообще как бы не проблема. И бояться мне нечего. Карточки какие-то валяются, все валяется, все грязное. Ну тут, видите, почти помыто, тут убрана улица. Тут вот так бывает, я не знаю, слой такой, крысы бегают, и слой такой грязи, что сейчас он помыто. Служба помылась, вон бараки, если не знаю, видно вам, не видно, бараки вон. Там вам настоящая Испания, ребята. Ладно, друзья, всем хорошего дня, прощаюсь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.